Внимание на трассе. Первая участница наших соревнований – это Вакулина Василиса. Один, 37, 18. Лысина Екатерина, Охта-парк. Внимание девочек и мальчиков группы 2003-2004. Вам дано право сегодня стартовать две попытки слалома гиганта с малой эстакадой. Это время второго номера Лысины Екатерины. Номер 3. Под ним выступает Калабина Дарья с ВСМ. Она финиширует номер 3. 47-41. Под номером 4 на трассе Константинова Кристина, спортклуб «Олимп». Она финиширует с результатом 36-35. Под номером 5 стартовала плужник Анастасия Сырцова. Под номером 7 стартовала Никифорова Екатерина, спортклуб «Олимп». Номер 5 плужник Анастасия финиширует с результатом 44-55. Под номером 8 стартовала Щедрина Осокина. Это Никифорова Екатерина из спортклуба «Олимп». Финишировала с результатом 37-02. Старт принимает Тамонова Анна с ВСМ. Новикова Василиса финиширует с результатом 29-88. Трасса закрыта, мы видим. Это Кабанова Антонина приближается к финишу с результатом 38-67. Внимание участниц, которые сошли в первой попытке. Мы вам в виде исключения даем право стартовать во второй попытке вне конкурса. Внимание родителей и тренеров трассы будут допущены во второй попытке. Под номером 20 финишировала Будовская Марина, спортклуб «Радуга». Ее время 33-60. Под номером 21 на трассе Карповская с ВСМ. Под номером 22 на трассе номер 21 финишировала с результатом 06. Под номером 23 стартует Андреева Александра, школа «Юстин». И стримкай финиширует с результатом 39-19. Под номером 24 спортклуб «Олимп».
23 номер, по ним поступает Андрей Иванович. Спортклуб дисквалифицировал с результатом 33-70. Под номером 26 стартовала Юрьева Елизавета с ВСМ. Финишировала участница на группе номер 24, ее время 50, это время Сушинской Марии. Номер 28, 32-18. Это Гордиенко Юлия из Радуги. Номер 29, 31-20. Один стартует на Герняк Дмитрий Шевоценко. Вот они, вот эта точка. Самая здесь, такая. Да, здесь круто. Они вот туда вот, они боятся. Вот, Катя, такой что. Вот тут. Молодец, молодец. Он молодец. Ну, зато доедет. Да, он вот и доехал. Нормально. Для начала, да. Номер один финишировал с результатом 49-83. Номер два. Под ним выступал Домарадский Егор ШВСМ. Показал время 34-06. Под номером три стартовал Максименко Александр. Вот так. О, все. Мимо. Да. Или вот. Его результат 34-84. Учитывая, что они потом все. Ростов Владимир. Статом 33-76. Под номером 7 стартует Васильев Михаил. Охтопа. Под номером 5 выступает Парвицкий Никон. Охтопарк. С результатом 34-49. Под номером 8 стартовал Попов Иван. Номер 7. Это Васильевский Никон из Охтопарка. С результатом 37-80. Стартовал Романов Максим. Номер 9. Попов Иван. Ой, Романов Максим показал время 24-93. Роман идет. Ай! Цепанул флаг. Поправка 94-09. Стартует Тулаев Герман, спортклуб «Радуга». Номер 13, это Тимофеев Александр Вершина.
финишировал с результатом 35.75. Внимание, после 15 номера я попрошу загладить брусфера трассы. Тренеров наверху 36.45. На трассе номер 15. Это Попов и Ясов. Номер 32. Арина Приходько финишировала с результатом 21.65. Финишировала с результатом 32.29. Результатом 34. По 39 номерам стартует Сапончик Марина. 12. Давала Васильева Екатерина с ОВСМ. Участница под номером 39 Сапончик финиширует с результатом 36. По 42 номерам финиширует с результатом 32.07. По 43 номерам стартует Сипкин. Номер 42, 34-22, спортклуб «Вершина». Номер 44, это Сустрова Дача, показала время 20.50. Под номером 45 стартует Фролова Алина. 46, финишировать сейчас будет Дуняева Марина. Ее результат 33.07. Под номером 49 стартует Алексашина Диана, Октопан. Алина финиширует с результатом 27.08. Далее спортивный клуб «Томсовский». Под 49 номером финишировать сейчас будет Александр Натьян. Это парк, ее результат 30.99. Это Ефимова Дарья. Показала время 35.85, но будет дисквалификация за непрохождение предпоследних синих ворот. Под номером 52 стартует Максимова Серафимов. 51 номер 33.94. Чева Мария, Сударипан. Номер 52, финишируя с результатом 27.99. Это время Максимова Серафима. Кононенко Анна с ОВСМ. Номер 53, это Фомичева Мария, финишируя с результатом 7.07. Стартовала Кусенская Мира, Октопан. Номер 54, Кононенко Анна, финиширует с результатом 28.50. 56, стартует Семенова Анна с ОВСМ.
Номер 55 под этим номером выступает Хусенская Мира. Финиширует с результатом 32-29. Под номером 57 стартовала Смирнова Ася. Номер 58, 30. Номер 55, 30, Ася. Номер 57, 29-09. 8 стартовала Александрова Мария. Блин, ой-ой-ой. Это что? СМ? Софья, СВСМ. Да-да. Вот если я так понял, Юрий, 68 номер, 27-06. Да? Не надо ничего тренировать. Номер 77-05. 40, это Бархан Георгиевич. Кто? Григорий. Тут учебник. Старт и участник номер 41. Это ничего не дает. Я сам был крупным. Друг на друга смотрят, они сейчас бы... Это верно, да, я и думал это. Тренера не было. Ну и один раз. Это неинтересно. Да. 28-53. Во. Премия Алексеева Дениса. Номер 53. 28-55. О, 28-55. Все время стартовал номер 55.